Так, всем привет, с вами Old Gamer. Ага, так, блин, у меня собака пока в трансе валяется. Нужно вызвать кого-нибудь из подкрепления, пока мы тут будем, блять, заниматься херней. Денег, блин, все, денег, блин, 900 рублей, блять, это не деньги. О. Он будет приносить боеприпасы, подавляющий огонь. Это у нас неизвестное. Это тоже неизвестен. Ну давай вот тёлку вызовем, блин. А, получите навык лидерства, чтобы разблокировать вторую ячейку отряда. Ух ты, блядь. А это что за навык? Где он у нас находится, навыки? Где он, блядь? Хуй его знает, где он. А, где-нибудь здесь. О. Медведь-чизбургер. А, вот, лидерство. А, завербовать уникальных специалистов. Ага. Ну это ладно, это не соль. Важно. Бабка на месте. Давай. Так, куда мы пойдем-то, блядь? Где мы? О, давай сейчас зайдем в магазин. А что с магазина и заходить, блядь? Да хоть куда тут? Тут рядом делать тут нехер. Вообще ничего нету. Олени, всякое говно. Что тут вообще рядом ничего нет. Зайдем в магазин, поэтому потом через это вот поле какое-то, блядь, рванем сразу. Сюда, к этому, так. Давай сюда. Надо патроны поправить. Мне надо продать что-нибудь, блядь. Продать и на гранатомет поставить, блин, этот. Как дела? Привет. Так. Какого черта? Привет, чувак. Да. Так, что у нас здесь? Так, давай-ка оружие посмотрим, что мы тут? Так, ладно, тут до этого оружия далеко, блин. До этого тоже. Это, конечно, может быть и лучше. Наверняка лучше. Уменьшена, наверное, скорострельность больше, блин, нахуенно. И отдачи наверняка меньше, а то этот, блин, прыгает, как этот. Ну ладно, ну мы сначала с тем, что есть. А это что у нас? О, давай персонализируем. А, блядь, не хватает денег. Да ни на что денег не хватает, блядь, да что ж такое-то, ебать копать. Блин, да аптечки пока три есть, хватит. Давай патроны возьмем. А, блядь. И опять я без денег, блядь. Пойдем, ты тут? Давай разблокируем твои какие-нибудь способности. О, пойдем сюда. Тайник выживальщика, блядь. Пошли. Да! У меня-то талант, а у тебя, блин, ты куда спряталась-то? Да! Он тут, блин, проезжал. Не мы-то, кто-то другой это сделает. Это точно! Пронесло. Отлично. А-а. Ну, с тобой можно поговорить. Живым это нужно больше, чем мертвым. О, а что то за трейлер такой стоит? Пойдем посмотрим. Хм.
Там зверюга сидит. О, блядь, я же забыл это. Иду туда. Я же забыл продать. Пойдем в магазин сходим. У меня же куча. Что ты орешь, блядь? Тут, да. Вот один из плюсов, что есть с кем поговорить. А второй плюс, слишком много болтает. Тут вот собака хорошо это. Как говорил ведьмак, любой плюс любой плотвы, это, блядь, и к ней немногословность. Продать добычу, блядь. Вон сколько у нас там, блядь. Во, отлично. Во, а вот теперь мы купим, блин, для своей вот этой штучки. Во. Купим прицел. Отлично. Во. Ну и все. Ладно, аптечки как-нибудь и так обойдемся. Пойдем. Надеюсь, не в последний раз мне свезло. Ну-ка. Вот так-то получше будет. Пойдем. О, блядь, где-то медведь, нахуй. Рычит. Что такое? Вот сука. Это в интересах большинства. Да. Трактор наш, советский или ихний, немецкий? Да, мы сейчас посмотрим. Вражеский. Впереди враги. И там враги, блин. Давай, а я тут, блин. Захерачим. О, здорово как! И чё тут? А, блин, нет места. Пойдем чувака-то спасем. Не рассказывай никому, что я так глупо попался. Лорелу сообщили, что их бункеру пришел конец, его зацепило. Да. Они его бросили, но сказали, что если мы что-то сможем достать, то все наше. Хорошо, так и сделаем. И где этот бункер? О, блядь. Опять ты ебаная, блин, кошка тут. Ой, да тут бункеров, блин, херова туча. Собирай, не соберешь, блядь. Ясно, мы пойдем пока. Удачи, помощник. Помощник. Ну, пойдем. Жизнь хороша, когда есть за что. Выдвигайся. Ты тоже это видишь? Что ты орешь, блин? Я вообще нахуй никого не вижу.
пригнулась тут, ползет, блин. Ты ваш что тут? О. Вон там есть враги, блин. Впереди враги. Да. О, точно, блин. Иду вперед. Ну давай. Разомнись хоть чуть. Где ты ранен-то, блядь? А, много их тут, смотри. Набежало там. Прикрой! От кого тебя прикрывать-то, блядь? Транспорт уничтожен. Видишь, как хорошо. Ну и что тут наша тетенька, блин, может она чего-нибудь похвастаться каким-нибудь, блин, талантами? Еще одно убийство какое-нибудь. Ну посмотрим, чем ты там сможешь блеснуть. Грейс давно ушла, сражается с эдемщиками. У нее под домом бункер, а в нем полно снаряги. Нужно понять, как туда попасть и добраться до запасов раньше сектантов. Найдите тайник. Как туда попасть? А, тайник, вон он. А это у нас что за хрень? Черт побери! Что за хрень? Да спокойно ты, угомонись, блин. Такое место сожгли, уроды. Да не говори. Сейчас обойдем со всех сторон, посмотрим, как тут. Тут нахуй нихуя нет. Это свои. А, чё тут, блин, думать-то? Вот машина, блин, стоит. Берем машину. Я готова. Погнали. Блять. Блять. Нет.
чуть надо назад сдать. Тут высоковато, блин. А назад хера, блин. Тут назад это, блин, мы не туда перепрыгнем. Иду туда. Ну нихуя себе, блин. Вот и все дела. Сейчас это прогорит, блин. Хера. Надо, блин, через крышу только пролазить, блядь, как-то. Ну, стреляй там, если кто-то будет. Враги. А я пока назад сдам. А, блядь. Прикрой. А, блядь. Сука. Ладно, надо, блин, это... С крыши, блядь, хуй... Нет, вот сюда-то можно запрыгнуть, блин. Подожди, давай-ка это... Отгоним ее. Что ты тут все ползаешь, блин? Ладно, погнали. Я меняю позицию. О, блядь. Сука. Жду сигнала. О! Я пошла! Это я пошел. А ты-то пока от врагов отстреливайся. Иду. О, смотри, тут что-то есть, блин. Что тут? Грейс, ты здесь? Ответь! Скорее убирайся оттуда, ты поняла? Святоши ищут людей вроде тебя. Понятно. Тех, кто умеет стрелять. Они приходят среди ночи и поджигают их дома. Знаю, ты хочешь дать им отпор. Прошу тебя, не надо. Лучше беги. А. Во, ополчение. Доступно в меню персонализация. Да,
Отлично. Взгляни, кретины-сектанты! Это автомат, блин, нахер он мне нужен. Ускорители. А тут что у нас? Сортир, душ, кран. О, сейф. Я меняю бой. Читать, Грейс, мы превратили Афганистан в ад на земле. Ты с детства... А, блин. Ладно, горелки у меня нет, зато у меня есть, блядь, вот эта штука. О, блядь, ебануло-то. Ну, 250 рупий, очень даже хорошо. О. Так, ладно, надо же отсюда теперь как-то выбраться. Погодь, тут же, блин, это... Окно теперь развалилось, блин. О, смотри. У нас теперь, блин, там же шачков до хера. Ну что ты, блин? Надо же чуть одного врага хватит. О. А у кого-то что? Бомба сброшена. Хочешь бомбу, он ее сбросит. Бреющий полет. Так, это ерунда. Наводить ужас на врагов. Так, к оружию медвежьего соса. Медведь. О! Какие люди? Тепловое наведение. С РП. Маскировка. Противника будет труднее заметить ее. Дикие животные будут принять за свою. Понятно, хорошее. Наскок бежал нейтрализует, а будет оставаться занят в высокой траве. Противоударно дает устойчивость к взрывам и столкновениям. Поджигай. Атаки будут наносить урон огнем. Так, а это что за... Будет пребывать на вертолете. Увеличенный магазин. Пушка плюс увеличенный. Больше стрельбы. Ну, может быть. Ну, пока, блин, вот это вот. Этот у нас подавляющий огонь. Ну, давай, ладно, посмотрим. Хотя бы, блин, по сравнению с собакой, салаги все, блин. Я думаю, что я вызову собаку по-любому, блядь. Так, собаку-то вызвали, да? А, теперь же надо 8. То, что-то я, блин, хотел такое сделать полезное. Но я теперь уже забыл нахер. И что я хотел сделать полезное? Вот это, что ли? А, то есть черный рынок. А это что у нас? А, потом пойдем вот по этой хуйне, точно. Здоровье, блин. Сначала черный рынок расколдуем. О, все. Давай туда, моя душенька. Что у нас тут рядом? О, тут еще один у нас этот. Идем. А потом зайдем сюда в магазин. Совсем рядом. Пошли. Псинка! Тузик! Друзья, а как тебя зовут-то, блядь? Я все время забываю тут, как псину-то зовут. Он же как-то называется. А, Бумер, блин, а его Тузик, блин.
О! А ты там пока повоюй. О, смотри, магазин, блин. Зашибись. Враг внизу! Вот сука! О, блядь! Да хуёво я стреляю. Вот, попал наконец-таки, блядь. Где тут псина, блин? Тебя тут захерачили. Из пулемета. Да, а ты где, блин, продавец? Вот она, блядь. Давай торганем, а то, блядь, тут какие-то налетели. Так, продать добычу. Медведь есть, продадим, блин. Так. Подожди. Предметы, какие тут у нас есть, блядь? О, особые боеприпасы, вот что нам нужно. Так. Взрывная стрела, которая при ударе взрывается, как граната. Не забудьте вовремя крикнуть «Сюрприз!». О! Вот эта вещь отличная. Зажигательные боеприпасы для гранатометов. Кассетные заряды для ракет. Разрывная стрела, зажигательная стрела. Стрела... Во! Вот теперь да. Точно, берем вот это, блядь. Зажигательных берем тоже 5 штук. Во! Оружие меняем. Возвращаем свой лук, блядь, где он тут? Персонализация сюда, блядь. Снайперские. Дальность возрастает. Не. Понятно. Все, а вот теперь, блин, нормально. Я так думаю. Предметы надо кое-какие купить. Что тут еще мы можем? Улучшение. А это что такое? Бронебойные пули для пистолета. Бронебой для винтовки. 50-й. Карты, во. Вьетнамские зажигалки, да купим их. Хер там. О! Ну. Возьмем. О! Зажигалки Вьетнама. Вон они. Понятно. А ты малый не промах. Так, а как мы тут, блин, меняем на этом? Надо вот исследовать. А как бы мне сменить? Патроны, блядь.
задержать дыхание, это отдать приказ, следовать. А... А вот, понятно. О, разрывная стрела. Люди были так заняты подготовкой. Все понятно. О. Появление врат Эдема. Я понял, блин. Все нормально, а то, блин, гранатомет вещь хорошая, конечно, и гранат там до хера, блин. Так, а что нам нужно тогда для этих сделать, чтобы побольше стрел было? Так, блядь, где у нас тут эта сука? Прошу прощения, надо посмотреть. Что-то там про стрелы было, блядь. Колчан, может, больше огненных, разрывных и обычных стрел. О, 8 штук надо набрать, блин, все понятно. Сейчас наберем. Так, вон они, враги, блин, тут какие-то. Уже нет врага. Кто-то его съел на завтрак. Псина, ты самая, блин, хорошая псина. Больше тут нахер никто не нужен, кроме тебя. Автобус в тюрьму. Ага. Тут враги, да? В автобус заглянем. Аптечку забрали, очень хорошо. Детонатор, все такое. Так, где у нас тут? А. Погоди. Где-то ж он тут, блядь, должен быть. Наверное, в автобусе, а. А, вот он, блядь. Джек, сектанты спятили, то есть окончательно. Давай спрячемся в ценный барахол в большой трубе. Встретимся там, берегись медведей. Так, и где-то большая труба у нас. Берегитесь, тут волк! О, тут народу-то, блин. Это не к добру. Вот и все дела. Бумер, ты, блин, молодец. Я тобой вообще восхищаюсь. С тобой играть-то настолько комфортно, блин, я просто охреневаю. Идешь, блин. Все враги подсвечены. Где этот, блин? Мухожух, блин. Со стрелами, блин, какой-то. Трубе. Большой трубе. Ага, вон там росомах сидит, блин. Закрыто. Нужен ключ, блядь. И где тут ключ у нас? Нет. Ищем, блядь. Зараза. Хм. Ну да, это было бы очень просто.
Вот чувак туда пошел. Вот так вот. Так, вот и ключик. Все нашлось. Где-то ходит там. Пусть все ходят. Во! Вот и мы. Отлично. Игра с солнцем выполнена. О, коктейль Молотова улучшен, требуется меньше ингредиентов. Отлично. Так, денежки. Что тут еще есть? Все, больше тут ни хера нет. Зато мы, блин, очков много набрали. О. Стрелы всевозможные, блин. Ну, нормально все. Так, и что у нас там с очками? 5 мало. А нам надо 8. О, блин, еще дохуя. Ну и ладно. Очень нужно было. Вот и все. Заложник, блин. Кого ты пугаешь заложниками? Где ты сам-то, блядь? А. О, ночь на дворе. Так, ладно, сохраним.